Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 783. Мария, Ирина, Елена и Ольга съели торт. Мария съела 3 шестнадцатых торта, Ирина 5 шестнадцатых, Елена 2 шестнадцатых. Какую часть торта съела Ольга? Ну, первое, что мы можем сделать, это вычислить, какую часть торта съели Мария, Ирина и Елена вместе. Для этого мы должны сложить дроби. Ну, а сложить мы их можем, потому что дроби – это части одного и того же торта. Поэтому мы можем их сложить. Дроби имеют одинаковый знаменатель, поэтому сумма таких дробей будет дробь, в числителе которой сумма числителей. 3 плюс 5 – это 8, и плюс 2 – 10. 10, а в знаменателе этот общий знаменатель – 16. 10 шестнадцатых. И это получилась часть торта. Ну, которую съели Мария, вот так запишем одной буквой, Ирина и Елена вместе. Второе. Ну и раз Мария, Ирина, Елена и Ольга вместе съели весь торт, то для того, чтобы определить, какую часть съела Ольга, нужно из всего, из целого, из единицы вычесть 10 шестнадцатых, ну, которую съели три девочки. Для того, чтобы из единицы вычесть 10 шестнадцатых, мы единицу запишем в виде неправильной дроби 16 шестнадцатых. Теперь мы можем выполнить вычитание дробей. Дроби имеют одинаковый знаменатель, поэтому результатом будет дробь в числителе, которая разность числителей, 16 минус 10 – это 6. Ну, а в знаменателе этот общий знаменатель – 16. Значит, это часть, которую съела Ольга, то есть часть Ольги. Ну, а в задаче спрашивается, какую часть съела Ольга. Поэтому мы записываем ответ. Ольга съела 6 шестнадцатых пирога. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.